Ну, об этой гимнастке, наверное, я бы мог сказать, но я думаю, что вы сделаете лучше и, наверное, с особым волнением. Если честно, то да. Выступление. Наверное, расскажите, почему. Да, это выступает Катя Старикова, тоже чемпионка в групповом упражнении. 2 года подряд она входила в состав сборной команды Москвы. И также они выиграли, как мы видели недавно, выступление подобных девочек. Сейчас ей вот разрешили, как бы, или предоставили возможность выступить индивидуально. Волнуется она безумно, потому что она знает, что здесь присутствует дедушка, неслабый заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион Валентин Казмич Иванов. Я, вы понимаете, это я обращаюсь к той родительской части, которая, наверное, подобно мне, также волнуется, когда выступают их родные. Я теперь понял, что вы не случайно все время говорили о бабушках. Ну и это правильно. Да, Лидия говорила. Правильно. Потому что вы тоже были бабушкой. Есть я бабушка, да. И точно так же ее за ручку водила на художественную гимнастику. То есть вы прошли весь этот путь, да? Да, поэтому я делюсь совершенно собственным опытом. Вот и все. Судить.